second. Round two, Matt C. Чувствую себя негодяем. Ну что, ему ногу брать или не брать? Либо дураком, либо негодяем. Да, не брать ногу благородно, но вроде глупо, неправильно. Ну, нет, ну он имеет право брать любую ногу. А вроде брать, вроде как это самое. Это знаете, Свет, сейчас я не закончу, я расскажу. Вы же, наверное, смотрели все, как и я, фильм про Шерлока Холмса. Помните первую серию, когда Шерлок Холмс знакомится с доктором Ватсоном, а они боксируют. И миссис Ватсон говорит, что вы делаете, мистер Холмс? У доктора Ватсона уже ранение руки. И Холмс говорит, правильно, поэтому я ни разу не ударил левой, говорит Холмс. А этот ляп на шум, потому что Холмс это говорит, и после этого дважды подряд бьет левой рукой. Просто показывал фотографии. You missed the first period? Oh, God. It's him. I can't help it. The Lebedev will be in the toilet. Oh, my God. That's your favorite. На галерея победил Писик Кунуха. Краснодар, Северная Сеть Алания. In 55 kilograms, it will be third round. Виктор Лебедев will wrestle versus Ахмат Кубиев. It will be third match for each of them. That's when round three starts? Yes, round number three. 455. Виктор Лебедев, Красноярск, Ахмат Кубиев, Карачаево-Черкесская Республика, приглашаются на ковер А. Maybe round three is all on two mats. That would be excellent. It will be quarter final match. Round of eight. Yeah. Round three will be quarter, yes. Not semi, but quarter final. On two mats only? I don't know. That hurts.
only 12 seconds left. Look, man, he doesn't even have a singlet that'll fit him. The singlet's taped on both sides because it's too good. And he's going to the round of eight in the Russian Nationals. Is that Kaziv? Chrome.